Приветствую, неожиданно. Хочу поделиться своей историей, познакомиться с вами, величайшая. Рад вас видеть. Много людей, 700 человек. Я максимум выступал на 160, а народ все прибывает и прибывает. Хочу поделиться своей историей. Итак, я Власов Антон. Мне понравилась сегодняшняя тема, говорить про честность, поэтому я буду честен с вами. Мне сейчас 34 года, я живу на острове Пхукет в Таиланде. Вообще, я по первой своей специализации путешественник профессиональный, я объехал весь мир, у меня больше 40 стран, я исследовал этот мир и общался с разными людьми. После того, как я объехал весь мир, я решил заняться более твердыми темами, материальными. Я ушел в криптовалюту, начал развиваться в этой области, и 7 лет я уже профессионально занимаюсь этим. То есть у меня свое сообщество, канал, и я помогаю людям инвестировать в крипту, делать правильные решения и наращивать свой финансовый потенциал в жизни. Следующее. Еще моя зона интересов – это разные IT-стартапы. То есть я изобретаю компании, строю проекты также в сфере IT и создаю технологии будущего, которые помогают человеку шагать еще увереннее в этой жизни. Вообще я обожаю онлайн-бизнес и теперь буду уже потихоньку переходить к супержампу, как вообще я сюда попал. Так как я всегда работаю с людьми, мне очень интересно передавать свои знания, мне очень интересно строить большие команды. В других проектах у меня тоже многотысячные структуры, но пока за 2 недели тоже получилось достичь определенного результата. То есть, когда я познакомился с Робертом, Роберт Рай – это мой наставник, я подумал, нужно общаться с лучшими, ведь Роберт Рай – это первый человек компании. И, собственно говоря, мы начали с ним просто общение в Инстаграме. На следующий же день я принял решение о том, что я хочу зайти в эту компанию, хочу начать этот бизнес. И не дожидаясь даже, что я пройду там суперджамп или не суперджамп, я просто беру с собой своих друзей, мы заходим, и получается на первой же тренировке я уже был со своей командой. После того, как мы прошли тренировку, со 100% конверсией все до единого человека мне сказали, это офигенно. И я подумал, надо двигаться дальше. Я взял тут же лицензию, получался уже не первую за 20 тысяч, а следующую, которая мастер. То есть мастер – это тот, кто организовывает людей. Собственно говоря, за неделю просто активно разговаривая с людьми и делясь тем, что я только что получил, ко мне присоединилось еще 6 интеллект-тренеров. Ну, собственно говоря, так я и попал в этот рейтинг, и теперь разговариваю с вами. Круто, что, да, мне удалось попасть с людьми всеми очень сильными, то есть все люди, которые были, это светлые люди, и очень, знаете, хорошо смотреть по самому окружению, кто идет за вами. Если вы видите, что за вами идут светлые люди, которые стремятся к чему-то лучшему, развиваться, вкладываться в людей, служить, зарабатывать, то, скорее всего, это ваше продолжение. Именно с такими людьми вы пойдете далеко, я считаю. Также хочу поделиться своей историей, как я познакомился с Владимиром Довганем. Мне было 19 лет, сейчас мне 34, да, ну, то есть почти уже полжизни назад. Я помню, как я после техникума еще был не особо образованный, но я всегда был очень любопытный, прочитал книгу, и я был нищим, стал богатым. И вот, собственно говоря, эта книга была как раз первая книга по саморазвитию. Я тогда сидел перед армией и думал, блин, мне сейчас идти в армейку, но я так хочу, когда вернусь, вот так же достигать всего. То есть там выехать условно из тайги, да, из Кировской области, ну там не тайга, но тоже лес. Очень хотелось там делать большие деньги, но я вообще представления не имел, как. Короче говоря, когда я прочитал эту книгу, я понял, что это мой первый проводник к успеху. И после этого, представляете, спустя 10 лет, в 2019 году я был в Москве, меня мой знакомый приглашает к нему домой и говорит, давай я тебя познакомлю с Довганем. Я думаю, офигеть, насколько можно поменять мышление, что ты начинаешь создавать свою жизнь, и тот человек, который был когда-то для тебя просто герой книжки, становится твоим знакомым. Ну и, собственно говоря, вот с 2019 года я тогда не зашел в суперджамп, честно, но оно в меня запало, просто, видимо, все это время прорастало как семя. Сейчас, вот спустя 3 года мы уже познакомились с Робертом Ра, я залетел в эту компанию, сразу начал двигаться, я почувствовал просто идеологию и понял, что время пришло. То есть здесь, я думаю, что это не просто профессия, это некое знание, которое люди передают друг другу. Вот по сути, это же, ну что там, это просто информация, это энергия, это некая вибрация, которую мы все друг другу транслируем, и от этого наша жизнь становится лучше и светлее. И я думаю, что это самый главный смысл, для чего мы все это делаем. Мы освещаем путь людей, которые идут вместе с нами, и нас все больше и больше с каждым днем. Ну, итак, ну что, наверное, поделюсь немного целями, чтобы много времени не занимать. Нас уже 888, а это к деньгам, как говорит Роберт. Вот, смотрите, я хочу построить, значит, здесь компанию. Вот моя цель
выйти на 100 тысяч тренеров, 100 тысяч людей, которые будут идти вместе со мной. Это первая цель — и светить. И я подумал, что если я 10 человек сделаю миллионерами, то я буду автоматически долларовый миллионер. Ну, это логично. Это даже если по математике посчитать, вы сами все поймете. Соответственно, есть смысл стремиться к высоким целям. И чем больше вы вкладываетесь в людей, тем выше у вас результат. Все просто. Ну и что? Наверное, напоследок, чтобы не устраивать вам здесь слишком долгий тренинг, я могу часами разговаривать, хочу вас поблагодарить за то, что вы меня выслушали. Народу все больше и больше. Это говорит о том, что пространство расширяется, принимает. Я благодарен Петру Силкину, я благодарен Роберту Ра, я благодарен своей команде, тем людям, которые пошли со мной, доверились, купили абонементы, просто сделали прорыв в своей жизни, исцелились, ну, кто захотел, заработал денег. Короче говоря, здесь все условия для того, чтобы жить свою лучшую жизнь, и я предлагаю вам это делать все вместе. Благодарю.